Асан Викторович Ваня-Никеев, да, на данный момент находится в отпуске, исполняет обязанности Павлов Алексей Николаевич, который докладывал достаточно подробно по каждому селу. Ну, понятно, но все-таки это немного странно выглядит, поскольку и глава района, вы вернулись из отпуска, а Александр Викторович все-таки как-то этот вопрос упустил. Вот. Ну, ладно, и вопрос все-таки из всего доклада непонятно, куда все-таки гражданам города Балаково, жителям города Балаково обращаться с вопросами о возмещении за утраченное имущество там, и так далее. На данный момент через приемную граждан. Вся информация у нас уже практически анализирована. Если у кого-то еще есть факты, которые они могут подтвердить, которые коснулись именно исходя из того урагана, который прошел, мы дополнительную информацию ждем.